Новейший Toyota RAV4 пятого поколения дебютировал в Америке еще полтора года назад и в Россию явно не торопился. Однако любое ожидание когда-нибудь заканчивается. И вот 1 октября в Санкт-Петербурге началось производство новой модели. У дилеров первые машины появятся в начале ноября, но заказы уже принимают. Напомним, что новый RAV-ик переехал на модульную архитектуру TNGA. А это значит, что жесткость кузова увеличена, центр тяжести снижен, а габариты при этом остались почти прежними. Существенно можно считать только 3-сантиметровую прибавку колесной базы и расширение задней части салона на 4 сантиметра. В Россию RAV4 приезжает с 2-4-цилиндровыми атмосферными двигателями нового семейства Dynamic Force. У них комбинированный впрыск и высокая степень сжатия – 13 к 1. Двухлитровому мотору полагается 6-ступенчатая механика или вариатор. Старший 2,5-литровый только с 8-ступенчатым автоматом. Динамические характеристики указаны только для двухлитровой версии. RAV4 с механической коробкой и младшая версия с вариатором могут быть только переднеприводными. А вот дальше есть варианты. Средним комплектациям комфорт предложен подключаемый полный привод от прежнего RAV-ика с многодисковой муфтой. А старшие версии Prestige оснащены уже новой системой с векторизацией тяги. На задние колеса установлены индивидуальные муфты. По сравнению с предыдущим поколением, базовый RAV-ик подорожал на 140 тысяч рублей. А самая доступная полноприводная модификация прибавила почти 300 тысяч и перевалила за 2 миллиона.